Очень много экскурсий проводили, начиная от обзорных и завершая театрализованными с новогодней тематикой. Со 2 по 8 января по улице Дзержинского ежедневно в 6 вечера проводили экскурсии. Тогда все красиво горит. Все тогда, в огнях. Да. И мы подключили юных экскурсоводов, это выпускников университета Тюменского государственного. Они включились и как раз в образе уже новых персонажей. Это такие, как Ханна Шайчик, это такой персонаж, как Филонида Чиралова. Встречали гостей, рассказывали о традициях празднования Нового года, вспоминали о том, когда елка в Сибири появилась, как она вообще в России пришла. И часовая прогулка никого не смущала. С 31 декабря по 3 экскурсии в день и ночные, в том числе с 31 на 1. И пока так, все отдыхали, вы учились. Мы работали, да, и так вплоть до 9 января. И мы посчитали, только вот наша компания, мы провели более 57 экскурсий, и через нас прошло 1000 с лишним человек. Много. Такого показателя, я каждый год статистику веду уже на протяжении 15 лет, такого показателя у меня никогда не было.